или даже 120. Вот я не знаю, точно, я его не у дилера брал. Я его на барахолке в Владивостоке брал. Новый. Больше их нигде не продают. Сейчас, может, уже и продают. Тогда не продавали. Ну вот, в общем, вот так. В общем, мы решили поменять наш вид деятельности. Да. Мы, не у меня, так как я, наверное, свой, Вов, я, наверное, с тобой месяца 4, да, ездила каждый раз, потому что Вова не справлялся, потому что мы приезжаем в незнакомое место. Это мало того, что ты хочешь спать, что на тебе нагрузка, тебе нужно еще понять, куда тебе ехать с одной точки на другую. Ты приезжаешь, это местность неизвестная. Ты в 2 часа ночи встал. Да. А еще бывает, что они не те адреса указывают, и пока ты эти все точки изучишь, это все намного сложнее, ему одному было бы делать, поэтому я ездила с ним. Мы детей отвозили в 2 ночи к бабушке с дедушкой, они там шли куда-то утром, куда надо, а мы с Вовой вот этот целый день, я точно так же с ним ездила на базу, мы грузились, то есть я это все знаю. И вопрос в том, я уже забыла, что я хотела сказать, что у нас не хватило, ни у меня, ни у него не хватило на это здоровья. Мы заработали за этот год кучу болячек, в том числе и нервных, и не только нервных, и мы решили, что все, баста. А кто-то на нас бабки делает. Да, наше начальство делает нагло обворовывает просто водил, просто нагло обворовывает без зазрения совести. Ну, если бы мы были местные, мы бы говорили, да не, ништяк, тут все в шоколаде, у нас было бы 5 точек там на маршруте. Они местные, ну, те, которые блатные, они, их видно было на базе. Наши мужики, вот эти вот, Вова и прочие, замученные такие, а те такие холёненькие, такие все ха-хи-хи, ха-ха. Так что вот так вот. Вообще, вот, можно я скажу свой совет? Я же, Вов, правда же, я же почти как ты, да, в этом деле, вот. Вот. Я вот, если мой совет. Мама звонит. Мой совет. Если у вас есть грузовик там, где вы живете, вот рефрижератор, грузовик, пригоняйте его сюда. Пробовать можно, может быть, вы где-то воткнетесь, может быть, у вас получится. Однозначно пригоняйте сюда. Вы всегда здесь продадите. Грузовики и рефрижераторы здесь востребованы, ну, в плане продажи. Но не дай бог вам брать кредит. Не дай бог, не надо, это кабала, вы не вывезете ее. Видно вот этих пацанов на базе, у которых кредит, и они работают каждый день. Вы бы видели, как они выглядят. Не надо. Лучше за те же деньги где-нибудь работать просто так. Алло. Сейчас Вова поговорит. Да. Что в каждом видео есть наша мама, которая нам звонит. В общем, вот так вот. Что? В общем, если у вас есть силы и желания, попробуйте. Но у нас эти силы и желания закончились. Короче, очень много желающих, я так понимаю, которые работают еще дешевле. То есть у них нет выхода. Да. У них кредиты. Они сюда приезжают, вроде как с деньгами, ну, люди. Ну, я, по крайней мере, этих знаю, пацанов. Они на радостях берут кредиты, берут квартиры там, машину. И вроде как силы есть, вывезем. А в итоге они работают каждый день. И на них страшно смотреть. Он идет и спит, он меня не узнает. Он мой друг, он меня не узнает. Вот так мимо меня идет. Я говорю, как ты в рейс? Это утром. Как ты, говорю, в рейс поедешь? Хули вован делать, мне надо кредит платить. У него глаза, блядь, закрываются. Я не знаю, как он ездит. Вот такие вот. Вов, у меня память заканчивается. И самое страшное, что за этот рейс должны платить 12, а не 7500. И остальные деньги берет наше начальство. Бессовестно, нагло нас обманывает. Вот вам истинная правда. Вот сейчас я говорю правду. Понимаете? Нас обманывают. И ты это понимаешь, и от этого становится еще хуже, от этой всей несправедливости. Ну ладно, у меня же время заканчивается. Надеюсь, мы, да, Вов? Да, донесли. Донесли до вас что-то. Если вернуть время обратно,
То, как мы искали эти деньги на этот грузовик, да, Вов, нафиг бы оно надо было. Но это наш опыт жизненный. Мы... Кстати, кому нужен? А, да, мы его продаем. Смотрите, какой у нас красивый. Грузовик в одних руках, я да. Что расскажу. Вова молодец. Красиво. Вова вообще за ним, он даже за ним больше ухаживает, чем я за мной. Никого, никто ни разу за руль не сел, никто, да. Никогда. Вов, только давай, я. Это будет следующее видео. Это потом я расскажу. Да, про него я будет... потом всю правду расскажу. Это всю будет, правду. Да. Истинно. И когда вот там говорят, смотри на всякие там вещи, на ручки, на колодки. Я это вам все покажу, что все это фуфло полное. Я вам расскажу, как оно есть на самом деле. Да, все. Только ты обещай, сделай, пожалуйста, потому что ну, ждут. Сделаю, скоро сделаю. Люди сейчас ждут. Просто лето, занято немножко. Но мы сделаем обязательно. Ну все, друзья, всем пока. Надеюсь, мое видео было вам, наше видео было вам. Горит. Горит. Что угли у нас какие-то сегодня вообще купили, сумасшедшие. Нормально. Ну все, мы по пивку, по настойке, по шашлычку. Все, друзья, всем пока.